Добрый день, друзья! Я Ольга, и вы на моем канале, а мне нравится кушать так. Как вы уже догадались, сегодня яблочный пирог. Сегодня я приготовлю для вас вот такой великолепный, очень мягкий, очень вкусный яблочный пирог «Добрый день» или по-итальянски «Buon di». Понадобится 250 грамм творога, 400 грамм просеянной муки, 200 грамм сахара, 100 грамм молока, 100 грамм любого масла без запаха, щепотка соли, одно яйцо и 16 грамм разрыхлителя. Естественно, яблоки нам понадобится 4 хороших кисло-сладких лучше яблока. Теперь нам понадобится корочка лимона и сок от лимона. Но у меня сегодня нет, и я буду использовать апельсин. Начнем. Так, в самом начале сразу хочу сказать, включайте духовку, потому что все это будет займет у вас 5 минут. Чистим яблоко. Не буду вас долго утомлять. И режем его на маленькие кубики. Так, хочу показать тем, кто новички или молодые или ребята, как я режу на этот пирог яблоко. Я его режу вот так. А из этого можно сварить компот. Так, теперь вот разложив таким образом, я беру одну часть, эту сдвигаю. Поворачиваем, и вот такие хорошие кубики получаются у нас. Почему я решила почистить сразу все яблоки? Потому что все делается очень быстро, и если я сейчас только два яблока, потом еще только время тянуть. Сразу 4, неважно, если даже чуть-чуть потемнеют, потому что у меня сегодня нет лимона. Ну, ничего страшного. Вы полейте лимонным соком. И приготовьте сразу 4 яблока, так будет лучше. Вот так я разделила. 2 яблока, которые пойдут сверху, 2 яблока, которые пойдут внутрь, и немножко апельсиновой корочки. Вы можете использовать лимонные корочки или тоже, как я, апельсиновые. Итак, начинаем. Для начала отправляем творог. После чего я добавлю сахар. Молоко. Видите, все вместе. Масло любое без запаха. У меня фисташковое. Соль. Яйцо. И вот у меня осталась только мука. Сейчас я добавлю чуть-чуть муки. И начинаю замешивать. И по мере того, как я буду замешивать, я буду все время подсыпать муку. Мешаем где-то минуты 3. Должно размешаться хорошо, хорошо, хорошо. Как вы заметили, творог у меня был такой мягкий, достаточно сухой. Но комочки чуть-чуть я вижу. Ну, не важно. Здесь совершенно не важно. Он должен быть пастообразный. Он у меня почти пастообразный. Поэтому ничего страшного. Так, теперь я остановлюсь. Для чего? Надо добавить, в последнем добавляю разрыхлитель. У меня 16 грамм. Разрыхлитель обязательно надо просеять. Потому что если мы его не просеем, то у нас будут комочки. Просеиваем разрыхлитель. Вот видите, какие комочки остаются. Мы их просеиваем. И опять сначала на малой скорости, и потом нашу скорость увеличим и размешаем все как следует. И будем вводить
наши яблочки. Почти забыла апельсиновую цедру. Я вам забыла сказать, разрыхлитель у меня был с ванилином, поэтому я не добавила ванилин. Если у вас без ванилина, добавьте ванилин, добавьте то, что нравится вам. Теперь я добавляю яблоки, это два яблока, которые на квадратики я порезала. И начинаем как следует перемешивать. Не удивляйтесь, тесто очень тугое. Вот такое впечатление, что тесто на булке. Но оно таким и должно быть. А теперь нам надо как следует хорошенечко вот так вот все это размешать. Просто вот хорошо перемешиваем. Готовим теперь нашу противень. Смотрите, противень у меня 35 на 30. То есть это вот такая почти обычная, чуть-чуть поменьше, может быть, у меня, не знаю. Вот наливаем чуть-чуть любого масла. Сюда даже я переборщила, но ничего страшного. Почему я так наливаю? Потому что я сейчас буду класть бумагу, и чтобы она не ерзала там, когда я буду тесто довольно-таки упругое, мы должны его будем распластать, чтобы бумага у нас не двигалась. Стараемся так его распределить одинаково, чтобы была такая у нас плоская лепешка, скажем. Ну, вот так. Уже хорошо. Теперь, что мы будем делать? Вот так вот лопаткой подровняйте все, чтобы как-то одинаково были такие, чтобы было красиво. Вот таким образом. Теперь я беру мои яблоки, вот те, которые... Два яблока еще. И вот так вот рассыпаю по всему моему пирогу. Значит, у нас всего здесь 4, достаточно больших. Вы видели, какие у меня яблоки. У меня 2 было таких средненьких и 2 больших. Чуть-чуть тут внизу у меня апельсиновый сок. Может, не надо, надо отжать. Вот так. И теперь знаете, что я хотела добавить? Да, потом я их вот так вот вомну, эти яблоки. Вминаем. А теперь у меня по рецепту вот должны быть вот такие вот как бы палочки сахарные. Кто не хочет их, можно, по-моему, я вот, например, поджарила чуть-чуть орехов. Разбила их чуть-чуть в блендере, прям секунду прям, для того, чтобы они были помельче. И вот так вот сверху я посыплю. Мне очень нравятся яблоки с орехами. Получается очень вкусно. Вот так я посыплю. И я сделаю, как по рецепту, пирог итальянский, называется «Добрый день», «Бонди». По рецепту идут вот эти вот сахарные палочки. В общем, я его вынула, он у меня выпекался почти 50 минут. 20 минут он у меня был внизу, и потом посередине. Я накрыла его бумагой, и вот такой красивый он получился. 5 минут после выключенной духовки выключила духовку, дала ему постоять с открытой дверью, вытащила его. Сейчас мы его, пока он горячий, присыпем корицей, смешанной с ванильной пудрой. Вот так по краям я присыплю. Чуть-чуть здесь вот так. И теперь надо, чтобы он окончательно остыл. И потом мы его будем разрезать. Остыл аккуратнейшим образом, все равно, потому что он очень мягенький. Перетаскиваем на какую-то большую доску, на какой-то поднос.
теперь аккуратнейшим образом стараемся разрезать аккуратно, потому что он посередине мягкий, а корочка все-таки чуть-чуть хрустящая. Чтобы корочку не сломать, стараемся аккуратно разрезать в самом начале. У меня нож с пилкой, он более удобный. Когда режете, где попадается орех, можно его убрать в сторонку, вот так, как я сейчас делаю, отрезать, потому что если нет, можно испортить как бы надрез. Вот и все. Сколько кусков у меня получилось? Раз, два, три, четыре, пять. 15 кусков. Потрясающий запах. Потрясающий. Хочу показать вам почти это середина. Потом возьму вот этот центральный кусок. Вот посмотрите. Все пропеклось. И яблочки светлого пропекшиеся. Но вот запомните, что у меня в моей духовке при вентиляторе, при верх-низ, он пропекался 50 минут. Но я его через 20 минут закрыла бумагой. Вот видите, все прекрасно пропеклось. В этом случае, так как здесь много творога, его нужно обязательно и обязательно остудить до конца, перед тем, как резать. Пройдет где-то полчаса. У меня даже стоял возле открытого окна, чтобы он обдувался ветром. И сегодня прохладно. Вот у меня получилось 50 минут. Не знаю, как это. Я ошиблась, предполагая, что он будет готов через 20 минут. Не знаю, может, у кого-то и будет готов через 20 минут. Смотрите вы, ваши духовки. Друзья мои, если вы хотите, чтобы пирог остался свежим и на второй день, складываем все в какую-то мисочку, то, что у вас осталось. Таким образом, пирог сохранит свою мягкость и на второй день. И герметически закрываем крышкой. Все. Ну вот, друзья, подошло время прощаться. Если вам действительно понравился мой рецепт, записывайтесь на мой канал, ставьте, пожалуйста, лайк, мне будет безумно приятно. А я на этом с вами прощаюсь и говорю вам до свидания, до следующих встреч, до следующих рецептов. Пока!